Приветствую зрители, улица Земляной Вал, дом 3840, дробь 15, строение 9, и чуть далее дом 42, дробь 20. Между этими домами находится улица Воронцова Поле, которую мы сейчас посетим, бывшая улица Обуха, Земляной Вал, бывшая улица Чкалова. Дом 3840, дробь 15, строение 9, построен в 1941 году. Вот так он выглядит. И дом 42, дробь 20, 1952 год постройки. Вот такой с арочкой. И рядом находится дом 18, Воронцова поле, 1889 год постройки. Сразу за этим домом находится часовня иконы Божьей Матери Казанская, что в Воронцовом поле. Вот так она выглядит. Установлена в 2000-е годы на этом месте. Также вот прямо улица Воронцового поля. Видны дома 13, корпус 1 и 2. Ну, здесь можно попасть во двор дома 18. И мы сейчас отправимся отсюда в начало улицы Воронцова поле от дома 18. Начинаем движение. Сразу за часовней находится детская игровая площадка с беседками. Все как в обычном детском саду бывает. Но я знаю, что там находится школа еще в глубине, там во дворах находится школа, возможно, к ней и относится. А справа дома 13, строение 1 и строение 2, 1820 год постройки. Сейчас в них находится Российское историческое общество. И эти дома стоят на самом углу с Подсосинским переулком. Вот такая тут картина около этого дома. И мы продолжаем движение. Вот эти самые беседки видны детского сада. Далее направо уходит Подсосинский переулок и угловое здание. Дом 11, дробь 32, строение 2. Ну, тут ворота к храму, ведущие Ильи Пророка на Воронцовом поле. Итак, дом 11, дробь 32 и дом 11, строение 1. Оба здания датируются 1880-90 год постройки. За ними еще два корпуса досоветской постройки. Корпус 3 и корпус 5 находятся. Далее два дома 9. Первая половина 19 века, индийский культурный центр там находится. И трехэтажное строение за ним, 1905 год постройки. Поворачиваем налево. Здесь слева за оградой находится храм Ильи Пророка на Воронцовом поле. Сейчас попробуем его рассмотреть. Сразу скажу, что удастся это только зимой сделать, поскольку здание задрапировано, а можно сказать так, со двора, оно выглядит вот так. Это строение 1870-х годов, по другим данным 1892 года постройки. Построен был храм на месте разобранного старого. В 1929 году храм был закрыт, снесли купола. Также снесена была колокольня. Сейчас в здании размещается фонд Музея искусств народов Востока. Но я читал, что службы по выходным дням в храме проводятся. Напротив два дома 16. Один числится как жилой. 16 корпус 6. И за ним 16 корпус 7. В нем находится домовой храм Пророка Божия Ильи.
У нас справа тут находится пятиэтажный дом 1890 года постройки. Вот этот справа. Сейчас мы его объедем. Дом 16, строение 4. Вот так он выглядит. Далее прямо. Дом 16, строение 1. Его мы позже рассмотрим. А пока углубимся во дворы. Дом 16, строение 4. Теперь он слева. 1890 год постройки. За ним числится. Прямо четырехэтажный дом. 1958 год постройки. Домик с трубой. Котельная в доме была, видимо, 58 год. Сейчас объедем этот дом. Прямо. Дом 16, строение 6. Мы его видели. И мы сейчас посмотрим на достопримечательность. Перед нами кирпичное здание красного цвета сейчас будет. Это изначально Московская евангелическо-лютеранская больница, построенная на средства немецкой лютеранской общины, которая здесь проживала неподалеку на этой улице Воронцово поле. Обратите внимание на стену, на ней видны щербины, выбоины. Это от немецкой авиабомбы в 1941 году. Метили в Курский вокзал, а попали сюда. Сама же больница была построена в 1904 году. Адрес больницы — переулок Обуха. Сейчас это академическая поликлиника. Чего там только не было в этой больнице. И институт мозга, и институт профессиональных болезней. Все это в переулке Обуха, и Обух же и создал этот институт профессиональных заболеваний. Проезжаем дом 16, корпус 5. Справа дом 16, корпус 1. И прямо дом 12, строение 3 или корпус 3. Это бывший флигель, бывшие усадьбы. 1889 год постройки. Возможно, нарастили даже, скорее всего, на пару этажей. Ворота у нас слева. Там находится НИФХИ имени Карпова, как и в доме 12, строение 3, который бывший флигель усадьбы. Ну, а мы выезжаем на улицу Воронцово поле. И сейчас посмотрим дом 16, строение 1 или корпус 1, который у нас справа. Это четырехэтажное здание 1890 года постройки. В данный момент нежилое, административно-офисное здание. Проезжаем его. И напротив находятся два здания. Это первый с улицы дом 7, бывшая городская усадьба. Середина 19 века, дом 7, вот так она со двора выглядит. А это то, что в ней сейчас находится. И следующий дом 5-7, строение 8. Это кооперативный жилой дом 35 года постройки. Конструктивизм, кооператив «Электросила». Ну и вот так панорама здесь. Дом 5, дробь 7, строение 2, детский сад, Покровский квартал. Далее Дурасовский переулок, дом и культурный центр Высшей школы экономики. Это уже Покровский бульвар, 11, строение там какое-то. Вот так он выглядит. И прямо дом, у которого мы сейчас будем проезжать. Это уже городская усадьба, бывшая, естественно. Усадьба некой Крапцовой. Годы постройки разнятся. Это и 1890-й, и начало 20 века. Присутствует перестройка.
Вот такое здание сейчас в нем находится НИИ общественного здоровья имени Семашко. Проезжаем и этот чудесный домик. Справа дом 5, стеклянный, 1965 год. Когда-то была парикмахерская, реконструирован. И мы подъезжаем, где налево будет Обухов переулок, куда мы сейчас заглянем немножко, прокатимся вниз и посмотрим, что здесь находится. Здесь также дом 12 продолжается, усадьба Крапцовой. А вот за ней уже школа 30-х годов, бывшая. Ныне это все принадлежит научно-исследовательскому химико-физическому институту имени Карпова. Административное здание. Справа здесь также территория этого института находится. Выезжаем обратно на улицу Воронцова поля. И слева за забором здесь находятся дома 10. А прямо культурный центр ВШЭ. Покровский бульвар, 11, строение 6. Мы же проезжаем дом 10. Это 19 век, перестроенный в 1922 году. Здание здесь находится. Вот так оно выглядит. Задрапированное. Показать его невозможно сейчас, в последние годы. На задрапированном здании НИФХИ имеются изречения Ломоносова и Менделеева. Их даже сейчас видно, их оставили. И если присмотреться через ограду, то видны не только их изречения, но также и памятные доски ученым, советским физико-химикам. Напротив, рядом с усадьбой конца 19 века Вандышниковой находится вот такое вот строение, относящееся к этой усадьбе, но почему-то не приведенное в порядок, в отличие от самой усадьбы. Далее слева, после ворот на территорию НИФХИ, начинается территория посольства Индии. Здесь три здания, три строения бывшей усадьбы. Усадьбы Латышевых-Бахрушиных, но о них чуть позже, будет видно только одно строение хорошо, а мы подъезжаем к следующей усадьбе, Вандышниковой, конец 19 века, недавно приведена в порядок, ну как недавно, лет 5, наверное, назад, где-то так, вот здесь табличка находится информационная, на ней все об этом сказано. Ну и слева главный дом усадьбы, который теперь посольство Индии. Строился весь 19 век, последний раз перестраивался в 1911 году. Это дом 6, 8, строение 1. Мы продолжим рассматривать усадьбу Вандышниковой. И сейчас мы можем видеть центральную часть этой усадьбы, уже двухэтажную. Вот так она выглядит. И справа здесь находится скульптура, которая снималась в нескольких кинофильмах. В качестве Прасковьи Тулуповой, например. Ну что ж, проезжаем слева посольство Индии. Вот так оно выглядит. Справа же еще несколько принадлежащих предыдущей усадьбе строений, флигелей. И вновь слева дом 4. Здание 1939 года, Росреестр в нем находится, бывшая школа и медицинский колледж. Далее справа дом 1, высшая школа экономики, корпус Г находится, он же Покровский бульвар, дом 1, строение 13.
А слева дом 4, строение 2, или корпус 2, визовый отдел посольства Индии. 1890 год постройки, затем дом 2, угловой дом с Явским бульваром, 1911 год, дом строился как дом Причта Николая Чудотворца в Воробине. На этом все. Я с вами прощаюсь. Пока.